21 октября в Каспийске состоялись рейдовые мероприятия по проверке дошкольных образовательных учреждений муниципалитета. Основная цель – это проверка состояния отопительной системы. Отметим, что рейды были проведены Общественной палатой города. Должно быть тепло, чисто, уютно. Есть надежда, что сегодня включенное отопление прогреет здание, прогреет группы, коридоры, и родители могут быть спокойны, что в садиках тепло, и их детям, здоровью детей, ничто не угрожает. Кроме того, детские сады были проверены и на санитарное состояние, обеспечение медицинских комнат и многое другое. В состав комиссии вошли помощник председателя Общественной палаты Каспийска Рустам Абдурахманов, член Общественной палаты Магомед Якубов и Мадина Гамзатова. Осталось очень приятное впечатление. В садиках чисто, уютно, красиво. Сегодня включили отопление, и есть надежда, что будет еще и тепло. Потому что в детских садах и школах, прежде всего, нужно заботиться о здоровье детей. Были проверены следующие детские сады. Это номер 17, номер 23 и номер 24. По итогам проверки не было выявлено никаких нарушений. По словам помощника председателя Общественной палаты Рустама Абдурахманова, данные учреждения попадают в список федеральной программы капитального ремонта на 2025 и 2026 годы.